Ты сегодня идешь мимо капель прощения, что текут со креста за меня и тебя. На кресте Божий Сын, претерпев унижение, опозорен и сбит, изливает прощение. Эти капли прощения исцеляют неверие, поднимают упавшие, лечат больных. Милый друг, если ты потерпел поражение, вспомни капли прощения и покой для души. Эти капли прощения исцеляют.